We're at the station. This is Charlie Leader. Power has been shut off. Repeat, power is off. Итак, всем доброго времени суток. Здравствуй, пошли пацанячек. На очереди 16-й эпизод Manhunt «Охотник на человека», который называется «Хуё...» в смысле «Неверная полоса движения». Судя по всему... Судя по всему, в метро... В метро будет проходить наш уровень, и не успел я его начать, как тут же набросились, блядь, подлицы набросился. Не успел начать. У нас будет пистолет обычный, да? Так, у нас тут нет никаких предметов, собственно. Блин, у нас и этого нет. Надо брать этот пистолет. Берем то, что имеется, собственно. Прибавляем звук, что-то вообще ни хрена не слышно. Еще под окном какие-то самолеты летают, вертолеты. Короче, хреново я начал этот эпизод, народ. Потому что у меня уже все хп почти снесли. Еще раз стрельнут и все, капец. Ужас. Надо, короче, обезболивающее искать. Я не успел начать, и тут же враг набросился. Чё за хрень, блин? Чё за издевательство какое-то? Так, давайте посмотрим. Тут столько автоматов, можно реально пополнить хп, но они не работают в этом Манханте. В Сан-Андреас я давно бы уже хп пополнил бы, купил бы что-нибудь себе бы. Было бы неплохо, конечно. Но тут это так, к сожалению, не работает. Вот еще один враг. Только если так. Аккуратнее оборачиваемся, чтобы он нас не попал. Патронами своими тупыми. Это что? Это что? УЗИ? Серьезно? Рили? УЗИ? О, обезболивающее. Отлично. Есть хоть какие-то надежды на счастливое будущее. Так, что у нас тут? Так, у нас есть два путю. Вот этот путь. И еще вот этот. Эта дверка. А, она открыта, кстати. А, это мы просто обошли. Это мы обошли просто, получается, эту платформу. Ну да. Да-да-да, мы ее обошли. Также нам нужно обойти поезд. Начало слегка напоминает Resident Evil 3. Да, там тоже в метро были уровни. Уровни, то есть сюжет был в метро. Также напоминает немножко Resident Evil 6. Там тоже в метро за Леона Хелену были подробности, так скажем. Но те, кто играли, те понимают, о чем я говорю, собственно. Не говори, Пашенди, что не похоже, блядь. Похоже! Только там были зомби, а тут обычные враги и подлецы есть. И подлецы. Это кто? Это кто? Я не понял, что это такое? Это что? Они с фонарями! Пизда руля! Чё за бред, народ? Я вообще ничего не понимаю, что происходит. Сука! Чё происходит, блядь? Блядство, ебаное. Быстро заканчиваются патроны, блин, как-то. Вот из-за этого такая хуйня получается. Надо в них, короче, с дробаша стрелять. Потому что я в них стреляю, патроны заканчиваются, у меня тайминг заканчивается во время их стрельбы, они меня убивают из-за этого, блин. Долбоёб, потому что я играть нихуя не умею, блин. Дебил невнимательный, блин. Короче, я предлагаю тупо сразу от них убежать, и все, когда они все зайдут сюда, в эту комнату, вот тупо убежать. А, нет, блядь, я спалился. Спалился. Спалился, долбоёб. А, у них не у всех. У них у кого-то тробаш, у кого-то... И чё? Чё за хуйня, блядь? Опять момент, опять, который я хуй пойми, как проходить. Как в прошлой серии, такая же хуйта, блядь, такая же. Я даже уже не матерюсь сильно, уже особо так сильно не реагирую. Потому что я прекрасно понимаю, что какая-то хуйта, блядь, ебаная, которая опять требует просмотр, блядь, на ютубе, прохождения. Потому что хуй пойми, как проходить эту залупу.
если честно. Вообще не понимаю, как это проходить. Может только максимум этого пидораса только убить. А, и от них убежать. Только если так, блядь, долбоёбы ебаные. Добежать до этого, да. До сейва, только вот таким вот способом, да. Только так, блядь, больше никак иначе. Зайдем в это помещение. Ну-ка как? Сука, бесишь ты меня? Иди нахуй. Иди. Ты неправильно спрятался. О, вот с дробаша их мочить не надо. Вот именно с дробаша, да. Да, вот именно с дробаша их мочите. С дробаша они убиваются легко. С дробаша. Сука! Охуевшая, блядь, мразь ебаная. Гори, блядь, кое-где, долбоёб. Бесишь, блядь, закончитесь, ёбаные враги. Вы должны закончиться. Еба, народ. Хорош. Мне ещё обезболивающее надо, блядь, искать. Где-то. Хуй пойми где. Я же не разберусь, буду материться, ругаться. Вот оно мне надо, может мне дети будут сейчас смотреть. А я вот матерюсь как сапожник. Блин. Где ты? Капец. Короче, вперед, бежим. Это что? Нормально. Все нормально. А, это мы вернулись назад. Это мы назад вернулись. Тут есть обезболивающее, лишь бы врагов не было. Мы, по-моему, его не брали. Да, вот обезболивающее, да. Мы его не брали, да, точно. Отлично. Видимо, я там стрельнул и привлек других врагов. Скорее всего, да. Короче, бежим осторожненько. Тут еще не все толком изучено. Что такое чувство, как будто здесь поезд может поехать, не знаю почему. Но в Resident Evil 6, по крайней мере, в метро были моменты, когда мог поехать поезд, и нужно было прижиматься к стене, вот так вот. Прижиматься к стене боком. Тут даже и у дробашан новые виды. Короче, берем. Раз, вот так, два. Так, значит, нам нужно бежать сюда, логично. Вот закрыто. Что? 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 Как будто бегать. Бежим быстрее. Бегает, походу, эту локацию, капец. А, вон они, желтыми горят. Что тут у нас? Ага, есть тут проход какой-то. Так. Отлично, четко. Четко, отлично. Еще обезболивающее. Прям нас покормили обезболивающим. Нормально так. Ой, тут у врагов у всех разный дрободан. Я даже не знаю. А, тут и полицейские есть, и эти. И... А, не, все, смотрите, здесь. Че этот самый... Все эти самые свататцы, все странно, ничего не понимаю. А, тут... а, мы просто оббежали закрытую дверь. Так, все, давайте бежать вперед. Так, что у нас тут? Обезболивающий, у нас уже все в порядке. Включаем компьютер этот, вот нажимаем на рычаг. Да что не то, включай. А вот, открывается поезд, видимо, нам сюда и нужно, наверное, забежать каким-то образом. Но я думаю, что так просто это, наверное, не будет. Учитывая нагнетающую музыку. Короче, этих чоповцев, то есть не чоповцев, сватовцев, мы мочим с дробовика. Потому что с калаша тоже, конечно, неплохо, но, блин, заканчиваются патроны быстро, и они убивают из-за этого. Я уже забыл, куда бежать. Если честно. А, сюда, да, точно. А что у нас тут-то? Что тут? Блять. Тут вон враги. Блять. Блять! Идите нахуй, знаете. Еще враги!
Я не ожидал, что будет такой жесткий рез, блядь! Блядь, страшно. Страшно! Да отойди этот стул, ебаный, убери его. Блядь! А-а-а! Только не перезарядка, пожалуйста! Ёбаный в рот, нахуй! По Шенди, блядь, не нравится. Поделился я вот так вот, блядь, что-нибудь такое. Блять, ебаная перезарядка, ебаный долбоёб, забудь о перезарядке, скотина, блять, ебаная. Блять, пожалуйста, господи, не, по святой пощади, пощади меня. Святой мальчик, пощади меня, пожалуйста, я не хочу это говно проходить по 150 раз одно и то же. Да и ты не то делаешь. Вот, открываю. Попытка номер 3. Опа, подотри. Сейчас это еще внимание привлечет, разумеется, придурков. Это ужас, разумеется. Давайте, короче, тут надо ждать. Он еще так неожиданно начинает перезаряжаться. На таком, по таком серьезном моменте, вот ты стреляешь, потому что нужно быстрее всего это сделать. Он перезаряжаться начинает. Но с другой стороны, я толпаю пчелору, потому что без перезарядки это оружие не будет стрелять, блядь. Логично же, ну. Но неудобно, потому что надо быстрее их убить. Ужас какой-то. Ужас. У нас, кстати, есть с вами осколок стекла. Значит, мы как минимум одного врага сможем убить скрытно, да. Можно, по крайней мере, попробовать. Блядь. Блядь. Набежали, блядь, скоты. Набежали, набежали, блядь. Стоим здесь. В принципе, выбегать пока и смысла не было. Никто, ни один разработчик не так не жалится, чтобы что-то я открыл какое-то важное какое-то место, и он при этом ничего врагов не сделает на пути. Я очень сложно сомневаюсь. Раз. Забегай, давай, стекло, давай, сейчас мы тебя подстрелим. Блядь! Как? Это какой-то пиздец. Я был готов его убить. Я уже был готов, блядь. Я уже был готов его убить, и он, блядь, резко... Не с того момента, блядь, респавнился, скотина порывая, блядь. Там все четко было, блин. Четко все было. Как такое могло произойти, я вообще не понимаю, блядь. Я вот резко бац и убил, блядь, бац и убил. Как это могло произойти? Я что, на долбоёба, что ли, блядь, похож? Который прицеливаться не умеет нормально. Я не похож на такого. Заходи, блин, сыкло. Сыкуха, блядь, тупая, блядь. Заходи. Тебе пизда нахуй. Заходи, сыкло, блядь. Заходи, заходи. Тебе пиздец. Я тебе пообещал, что тебе пиздец. Значит, тебе пиздец, нахуй. Буду материться. Вы вспомните, как я проходил первые 3 серии. Вы вспомните просто, тех, кто смотрел мои прохождения Манханта с самого начала. Как я спокойно, не матерился, так спокойненько проходил, да. А каким стал жестким, матерюсь каждые 2 секунды, потому что игра заставляет меня это делать, блин. Потому что игра, скотина, заставляет меня материться. Вообще, эта игра такая, как бы сказать, вообще не для прохождения, в том плане, что нужно чисто сосредоточиться на этой игре. Она для прохождения, но без комментариев, потому что я начинаю комментировать, и этими комментариями отвлекаюсь на комментарии, блядь. И в итоге получается, что... Меня убивают, потому что я отвлекаюсь из-за этого. А чтобы не отвлекаться, нужно не комментировать, потому что я отвлекаюсь. Вот именно из-за этого такая хренотень получается. Именно из-за этого. Тут аккуратненько бежим вперед. Я не хочу опять... Вот честно, я вообще не хочу умирать опять. Вот я вам честно признаю. Этот... автомат, конечно, useless полный, потому что с него быстро убивают. Так, давайте. Что попробуем вернуться наконец-то. Я надеюсь на это, что мы вернемся. Не. Пока вроде все хорошо.
Нам бы еще до следующего чекпоинта бы добежать. Было бы, конечно, неплохо. Так, забегаем сюда. Ага. Все, мы уехали. Доехали до какой-то второй станции, наверное. Тут обычные враги опять. Обычные копы. Вот их можно с этих, с автомата убить. С автомата пулемета, в смысле, их можно убить. Рили. О, контрольная точка. Вот ее я ждал реально. Вот ее я реально ждал. Так, запоминаем место с аптечкой. Вот их, да, их можно с легкостью убить с помощью автомата. А вот чоповцев лучше с автомата не убивать. В смысле, они откуда не взялись? Их вообще не было, блядь. А, он спустился. Он спустился, короче, я понял. Он спустился со второго этажа. Со второго, с верхнего этажа, так скажем. Капец, народ ужас полный. Давайте попробуем как-то пройти. Сейчас тут тоже чоповцы могут быть, в принципе. А, нет. Ни хрена не чоповцы. Ладно, забегаем обратно. Не хочу рисковать. Давай, беги по одному. По одному бегите, по одному. Да по одному, бляди. По одному, вам пиздец всем. Сука! Построй на одного, нечестно нахуй! Вам всем пиздец, я вам вкратце, блядь, скажу. Просто вкратце, вам пизда абсолютно всем. Я так зол, блядь! Блядь, нет! Не может быть такого! Я не дебил, я нормально прохожу, блядь, я читер нахуй. Я, блядь, у всех делал, блядь, во счёта, блядь. Вам всем пиздец, понимаете? Тут спрятаться не... А вот, есть спрятаться. Что ты делаешь, дебил? Дебил, что ты делаешь? Попытка номер 500 миллионов. Нет, ну его нахуй. Даже этих убиваем с дробаша, потому что долго. Ну его, я не хочу. Ну можно постараться как-нибудь, но блин, я так не хочу его убивать. Взял, подобрал, блядь, свою тележку, блин, и поставил на место, блядь. Скотина. Я уже чокнутый становлюсь, блядь. Давай, поднимайся, сыкло, давай. Блядь! Загибали, блядь, загибали. Не пройди. Я тебе сейчас пизды дам, я тебе вот я говорю, раз тебе пизда. Кто следующий, блядь? Давай, я вырубаю нахуй на всех, на раз-два нахуй, блядь. На раз-два всех, блядь, выебу просто. Скоты, блядь, тупоры. Нет, я должен убегать. Все-таки нет. Давайте, привлекаем их вниз. Им всем пиздец. Я вот говорю, что им всем пиздец. Я заколебался проигрывать. Давай иди сюда, ты сыкло тупое, блин. Ты сыкло, блин. Ты сыкло, понятно? Я сказал, что ты сыкло, значит, ты сыкло. А если ты не сыкло, то ты спустишься, блядь, вниз. Я тебя с легкостью убью. На нахуй. Пидрила тупорылая. Не, я просто и сказал, что он пизда, значит, он пизда. Хоть и буду миллионный раз перепроходить. Им все равно пиздец в любом случае. Вот, берем дарбадан. Отлично. А то чоповцы пропали. Ха. А подлиция на месте. Так вот, куда идти, только непонятно. То ли сюда, то ли... Я не помню. Ага. Обезболивающий. Блин, зря я его взял. Давайте, короче, убьем кого-нибудь из них. Это скрытно, у нас осколок стекла же есть. Блин, не получилось. Одного убьем. Капец, все. Блять! Куда ж ты стреляешь-то, падла? Нечестно, я сейчас обезболивающий. Ага, обезболивающий. Так я прям его и взял, это обезболивающий. Конечно. Знаешь, с другой стороны, оббежим, да. Вот, спустимся вниз. И возьмем обезболивающее здесь. А как иначе? Это миссия сложная. Не, ну честно, народ, я так хочу признаться, она, в принципе, наверное, не сложнее, чем... Не такая сложная, как предыдущая миссия с этой Сады Вонг. Но... Тут только с одной стороны открывается.
Но, тем не менее, нужно тут повнимательнее все равно. Я не хочу повнимательнее. Я, блин, вышибала нахрен. Я, блин, всех вышиб просто отсюда и все. Блять! Ты охреневший, блин, тварь! Кто стреляет? Как он меня увидел? Блять! Он до сих пор прицеливается так, что, блин, его хуй попадешь. Если ты меня сейчас убьешь, то ты пидорас по жизни, блядь, долбоёб. Ты пидорас по жизни, блядь, признайся нахуй. Блядь. Телефон даже не дозарядился, только 48%, блядь, заказ пришел. За что? Заказ, блядь, пришел. Ебать! 18 товаров, вы чё, охуели, что ли? Их долго собирать, вы чё? Ладно. Блин, что происходит? Ладно, сейчас, народ. Блять, народ, у них в этом приложении какая-то тупизна, блин, в этом шопере тупом, блин. Заказ приходит, блин, ты его принимаешь, и снова приходит заказ. Думаешь, еще один? Да ладно. А это тот же самый. И в итоге вот ты его принимаешь, пускай какая-то ошибка уже принята, блин. Ну логично, нахуй, что уже принято, блять. Чуть-чуть поиграем, я уже пойду на заказ. Блядство ебаное. Ну, что происходит-то? Кого убить-то? Кто убил за что? Как это говорится? А, по одному, блядь. Поочередно, по одному всех гасим. У них, кстати, в основном пистолеты, блин, а нам дробовик в основном нужен, потому что, еще раз повторюсь, тавтология в основном тут именно подлится. Блин. Выходи! Он не целится. Сука. Говно, блин. А, тут есть этот сам обезболивающий, отлично. Я просто так устал это проходить. Мне еще заказ пришел. Отлично. Ага. Петрила, блин, тупая. Скотина. Я не хочу проигрывать. О, наконец-то как раз заказ пришел, и я прошел. Отлично, все, а то времени просто нету. Ну вы сами видели, блин, что у меня сзади стоит дело. Не суть. Короче, все, народ, это был 16-й эпизод. Мы прошли, мы смогли, блядь. Будете слушать все мои эти самые бомбежи, я их вырежу, блядь, чтобы все угорали надо мной, на то, что я как долбоящер прохожу. Не суть. В общем, это был 16-й эпизод метро. Довольно новый эпизод, новые виды врагов спецназ. Но это не тот спецназ, что. С того долбоящера, который с камер за нами смотрел, это не тот спецназ, это другой спецназ. Но это тоже, знаете, не хилый такой спецназ. У них совершенно да, у кого-то автоматики, у кого-то дробаши. Короче, тут лучше всех все равно с дробаша мочить, потому что так быстрее. С автоматика, с полуавтоматика это долго. Плюс они быстро из-за этого убивают. И патроны быстро заканчиваются. Короче, вот такой вот необычный эпизод. Я много чего вырежу. Так что такие дела. В общем, все, народ. Я желаю вам всем успехов, всем удачи. Это был 16-й эпизод Manhunt Охотник на человека. До свидания, пошенди пацанячек. Удачи и пока. Увидимся в следующей серии. Не пропустите. Всем пока.